Не хватило времени, ну а потом удача. Хоккеисты «Ариада НХ» в очередном выездном матче чемпионата высшей хоккейной лиги проиграли в Нижнем Тагиле местному спутнику. Волжане по ходу матча, проигрывая со счетом 0-2, смогли отыграться и перевести игру в овертайм. Однако сильнейший был определен в серии послематчевых штрафных бросков, где удача улыбнулась хозяевам. В итоге победа спутника со счетом 3-2. «Ребята молодцы, но им не хватило времени», — сказал на пресс-конференции наставник «Ариада НХ». Очень хороший хоккей, и благодарен ребятам то, что они выдержали, терпели, бились друг за друга, за команду, и до конца как бы выполнили то, что мы их просили, и они показали, что команда – это самое главное, и Булит – это лотерея, поэтому хороший хоккей показали. Добавлю, что в четверг волжане проведут четвертый подряд выездной матч. «Ариада НХ» сыграет в Перми с местным «Молотом Прикамья». Ну а уже на следующей неделе сразу 4 домашних матча. С 3 по 9 октября «Ариадовцы» по очереди сыграют с Курганским «Зауральем», Тюменским «Рубином», Южным «Уралом» из Оренбургской области и Челябинским «Челметом».